16 марта в зале администрации района состоялось планерное совещание. В работе приняли участие заместители главы района, начальники управления и заведующие отделами администрации, главный врач Центральной районной больницы, начальник отдела филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея в Кашхабском, Гиагинском и Шевгеновском районах. Провел планерку глава администрации Заур Хамирзов. На совещании обсуждались меры, которые необходимо принять для профилактики заболеваний вирусными инфекциями, в том числе коронавирусные. Соответствующую информацию предоставили начальник отдела филиала Центра гигиены и эпидемиологии Жанна Бжицева и главный врач Центральной районной больницы Заур Хашев. Распространение новой коронавирусной инфекции разослано всем организациям района, которые оказывают услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, то есть детей, персонала предприятий, вахтовый автотранспорт, автотранспорт социальных служб и так далее, рекомендации по проведению профилактических мероприятий и дезинфекции автотранспортных средств. При проведении предрейсового осмотра водителей усилить контроль по недопущению к работе водителей с появлением острых респираторных инфекций, повышенная температура, кашель, насморк, обеспечить водителей запасом одноразовых масок, исходя из продолжительной рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук и дезинфицирующими средствами. Медицинским работникам образовательных учреждений проводить санпросвет работу с детьми о правилах личной гигиены, о способах защиты от гриппа, коронавируса и ОРВИ. В дошкольных учреждениях усилить контроль за проведением утреннего фильтра детей в присутствии родителей. Это очень важно. Всем работодателям рекомендовать соблюдать следующие меры. Обеспечить возможность обработки рук антисептиком при входе в организацию через дозатор или с помощью дезинфицирующих салфеток. Контролировать температуру тела бесконтактными термометрами при входе сотрудников в здание в течение рабочего дня. Сотрудников с повышенной температурой и признаками инфекционного заболевания в обязательном порядке надо отстранить от работы. Организовать качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней и так далее. Столов, стульев работников, оргтехники. Мест общего пользования, комнаты приема пищи, туалетные комнаты и так далее. Во всех помещениях с кратностью обработки каждые 2 часа. Обеспечить наличие в организации не менее чем 5-дневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания, маски, респиратор. Каждые 2 часа проветривать рабочее помещение. Применять в рабочих помещениях бактерицидные лампы, рециркуляторы воздуха закрытого типа с целью регулярного обеззараживания воздуха по возможности. О проводимых профилактических мероприятиях в образовательных учреждениях района доложила начальник управления образования Асиат Берзекова. Было отмечено, что до каждого руководителя учреждения доведены требования Роспотребнадзора. Соблюдаются все режимные моменты, дезинфекция, вплоть до транспорта для перевозки детей. Глава муниципалитета подчеркнул необходимость проведения всех профилактических мер и повышения информированности граждан. Потребовал от присутствующих исполнения всех указанных требований и рекомендаций. В частности, это ограничение или запрет массовых мероприятий, закупка дистанционных термометров, соблюдение требований гигиены. Следует отметить, что в Адыгее нет заболевших коронавирусом. Несмотря на это, главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым подписан соответствующий указ на случай чрезвычайной ситуации. Во всех учреждениях Адыгеи усилена профилактика. В школах и детских садах усилен входной контроль. Дети при проявлении симптомов простудных заболеваний будут направляться к врачу. В помещениях ежедневно проводится специальная дезинфекция. Школы продолжают работать в обычном графике. В детских садах введен режим свободного посещения. Отменены все массовые мероприятия численностью более 300 человек. На планерке также были заслушаны доклады ответственных лиц по исполнению показателей X-матрицы. После отчеты за прошедшую и планы на предстоящую неделю представили руководители ведомств и управления района.